я буду это собирать. За я. Во. 104. Мне какие попроще. Нет, это сложнее. Все, давай будем собирать пазлы. Нет, вот тут поинтереснее коробочка. Всем привет, ребята, всем привет. С наступившим всех Новым годом 2022. 160 пазлов. А мне 104 детальки достались. Давай на перегонки, кто первый соберет? Давай, давай, конечно. Три, четыре. Сначала нужно все перевернуть. Что-что? Ничего. Я не услышал. Как же тут их делать-то? Как же их делать? А я уже собрала, только две штучки осталось. Раз. Два. Готово! Посмотрите. А я второй, еще не выиграл. И у меня осталось раз. Ой, не сюда. Ой, не сюда. Да что ж такое? А, так вот сюда. Два. Какой сложный рисунок. И опять не так. Три. Ура, я второй. У тебя 104, а у меня 160. Ну так я только учусь, я еще не волшебник. Я люблю пазлы, поэтому мне так быстро получается. Я стараюсь их очень часто собирать. Молодец! Ребята, мы поздравляем вас с наступившим Новым годом 2022. И хотим, чтобы вы хорошо подросли в этом году. Ну а рост можно мерить сантиметром. Или рулеткой. Но это неудобно. Да? А какие у вас предложения? Смотрите-ка, что заинтриговали. Какие у вас предложения? Растолет, Enchantimals пазл. Ух, опять пазл. Ура! Кто любит пазлы, ставьте нам лайки. Растомир. Enchantimals. Там что-то гремит. Дайте нам ножницы. Какие огромные! Еще. О, еще. Все. О, мне такие удобно собирать. Тут. Папин размерчик. Какой огромный пазл. Enchantimals. Можно даже как веер использовать. А может по назначению, по инструкции соберем? Собираем скорее. Олененок. Вау. Что делаем? Катя уже собирает, а ты все что делать думаешь? Я нашел название. Она уже давно его нашла. Папа, ускоряйся. Такие огромные пазлы. Катю в восторг привели огромные пазлы. Я первый раз такие вижу. А если бы из мелких было, так вообще бы 3 часа собирать можно. Начинается ростомер от 50 сантиметров. 65. Так, 85. Так, 90. 95, 100. Угу. Теперь уже 100 сантиметров. 115. Так. 120. Дальше. Вот. 125, да. И максимальное 140. Thank you.
хочет. Личико собрали, Донесса и Олени. И спринта уже? Филистилис скоро. И филистилис собрали. Хвостик нашелся. И меня! Меня! Не забудь! Меня! Хороший плотный картон, что мне даже нравится этот звук. Его даже приятно держать в руках. Он такой плотный-плотный. Бау-пыш! Кого собрали? Слышь, Скунси. Ура! Мы собрали его! Готово! Собрали! Готово! А теперь можно померить рост. А для удобства в комплекте есть целых 5 полосочек клейкой ленты. Двухсторонний скотч. Скорее его склеиваем. Интересно, как склеивать, если на другой стороне что-то склеить? Теперь приклеиваем двухсторонний скотч. Вау, волшебница Катя. Да, я такая, уже все готово. Пожалуйста. Ух, молодец. Интересное занятие приклеивать двухсторонний скотч. Катя с папой в творческом процессе. Покрепче придавим, чтоб держалось. Получился вот такой творческий порядок. И правда, в геометрических квадратиках все. А последний куда? Хоть куда, смотри, какое поле. Выбирай, куда вы заключительный квадратик мы приклеим. Пау. Вот сюда. Посерединке. Будет главный офицер. А теперь померим рост! Привет, девчонки! Я вас выше ростом! Девочки и мальчики, а также их родители, для того, чтобы вырасти в новом году, вам нужно кушать морковку! Тебе половина, и мне половина! Ну, а мне маленькая тогда. Для маленького роста. А Кате для большого роста. Просто ты уже большой, ты же на стульчике сидишь, пап. Если ты встанешь, тебе ростомер будет маловат. И всем пока! Всем пока! Вы были на канале? Крити, Катя, Квен. А ты будешь морковку? А то такие маленькие вы. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Ха!